складываем его по диагонали, затем по второй диагонали. Преподаватель по оригами Татьяна Судаева увлекается складыванием фигур из бумаги уже 20 лет. На нынешнем мастер-классе в Центре социального обслуживания «Вера» изучают процесс создания шарообразной фигуры, которая называется кусудама. Кусудама в переводе на русский язык – это шар здоровья. В былые времена больной человек вкладывал в этот шар все свои надежды, но туда добавлялись травки, медикаменты, и до сих пор существует поверье, что он обладает магической силой. Одна из целей подобных мастер-классов – не только с пользой провести время, но и приобщить участников к древнему японскому декоративно-прикладному искусству. И с детьми сесть, вот каникулы сейчас будут, с детьми сесть. Потом люди старшего возраста вечерами иногда телевизор не могут смотреть. Посидят и поделают. Это очень хорошо, мелкая моторика пальцев, очень хорошо для наших извилин, чтобы они не распрямлялись. Непосвященный человек скажет, невелика наука бумагу складывать, и только постоянные участники мастер-классов понимают, что учиться этому можно всю жизнь. Подтягиваем к центру. У нас получается парус, который мы завораживаем. Загибаем сюда. Каждый мастер-класс длится не более 40 минут, а потому, чтобы добиться даже минимальных успехов, необходимо заниматься с преподавателем постоянно. Только с опытом приходит вот это понимание сложности складывания такого предмета. И когда мы посещаем занятия Татьяны Николаевны, то мы, естественно, учимся у прекрасного преподавателя хорошо складывать, и у нас получается, и уже таких трудностей, конечно, не испытываем. Фигуры типа кусудамы делаются из нескольких модулей. Эта техника позволяет создавать самые разнообразные сложные фигуры, которые могут стать отличным подарком к празднику. В данный момент, вот мы говорим, мы к Новому году готовимся, год тигра, мы тоже делаем модульного оригами, собираем тигров, елочки. Но вот на тигра уходит 750 приблизительно модулей. Подобные занятия в Центре социального обслуживания «Вера» проходят по губернаторской программе «Активное долголетие». Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.